Политолог Владимир Фисенко присоединяется к нашему эфиру. Владимир Вячеславович, приветствуем. Доброе утро. Владимир Вячеславович, хочу поговорить с вами о том, как Украина отметила День независимости, но не столько и не только об обстрелах, с которыми был сопряжен, сопряжен этот день, а это десятки сотни обстрелов были со стороны российских оккупационных войск, сколько о визитах высокопоставленных чиновников и глав государств и правительств. Понятно, что каждый такой визит, он важен для Украины. А помогите, пожалуйста, понять важность подобных визитов именно 24 августа, именно в День независимости нашего государства. Я думаю, что действительно вот эти визиты, причем от государственных деятелей, которые, как и их страны считаются наиболее активными, преданными друзьями Украины вот в нынешней ситуации. Я имею в виду лидеров и Польши, и Великобритании и то, что президент США вот, и позвонил нашему президенту, и вот был выделен, публично заявлен как раз День независимости, вот этот огромный пакет военной помощи. Все это свидетельство активной поддержки Украины, что наши друзья, наши партнеры с нами. Ну и вот э, визиты и э, Дуда и э, Бориса Джонсона в Киев в тот момент, э, да, это праздничные дни были, но э, ожидалось, что мо могут быть ракетные обстрелы Киева в этот день. Это был и акт личного мужества и демонстрация того, что наши друзья, так же, как и мы, не боимся российских обстрелов, российской агрессии и готовы вместе бороться вот против этого нашествия. Так что я думаю, здесь была и эмоция, Эмоция, не просто такой, знаете, холодный политический расчет поддержки Украины, но и вот большая личная симпатия и симпатия своих стран по отношению к Украине. И акт даже вот такой, я бы сказал, личной эмоциональной поддержки именно в этот день именно в таких обстоятельствах. Поздравила Украину и Лукашенко. И поздравление, конечно, выглядело звучало-то словами человеческими, а вот по тексту имело немножко неоднозначное. Пожелал нам мирного неба. Это батька пытается двойную игру вести? Может быть, передумал дружить с Российской Федерацией? Или как оценивать такие поздравления? Ну, к сожалению, но в этом весь Лукашенко. Вот эта двойственность, где действительно заказалось казалось бы, человеческими словами и нормальными, вот поздравлениями в такой день. Мы ведь друг другу тоже... Последние полгода, ну точно, это одно из главных пожеланий мирного неба. Мы друг другу этого желаем, и это искреннее, и, к сожалению, объективно обусловленное поздравление. Это не просто пустые слова. Казалось бы, здесь нечто такое, но и до этого, и сразу после этого в Украину полетели ракеты с территории Беларуси. Российские ракеты, но с территории Беларуси. В этом вот вся двойственность и лживость Лукашенко. За его словами не просто пустота, за его словами лживости, предательства. И он предает всех. Он предал Украину. Он вот такими маневрами, он фактически показывает и предательство России, который прислуживает. И, кстати, в России именно так это и воспринимают. И я думаю, что ему сейчас никто не верит. Наверное, остались какие-то его сторонники в Беларуси. Хотя, судя по тем исследованиям, которые все-таки удается как-то проводить через телефонные опросы в Беларуси. Большинство белорусов сейчас мечтают только об одном, чтобы Беларусь не втянули в эту грязную войну против Украины. И Лукашенко, знаете, настроение, пытается играть. Вот это одна из причин, одно из объяснений вот этого показного, но лживого миролюбия. Он таким образом не нам пытается какие-то жесты делать или Западу, ему там никто не верит, как и у нас. А вот на чувстве миролюбия белорусов он еще пытается играть. Но это игра лживая, и я думаю, что лишь вопрос времени и обстоятельств, когда Лукашенко будет самой судьбой и не только судьбой покаран вот за все свои преступления. Меняется ли политическая ситуация в России? Видите ли вы какие-либо изменения в ту или иную сторону, я сейчас говорю? То есть не только на улучшение с точки зрения Украины, например, но и на ухудшение? Я думаю, что можно пока говорить только лишь о начальных тенденциях. Пока еще рано делать какие-то однозначные прогнозы. Но то, что ситуация постепенно, может быть, не так заметно начинает меняться, это чувствует и в самой России. В частности, даже по социологическим исследованиям, официальным социологическим исследованиям, которые проводятся в России, уже фиксируется существенное, значительное, большое снижение интереса к войне против Украины. Если в начале была вот эта пропагандистская истерия, которая на многих подействовала, пробудила, усилила, знаете, как вот катализатор такой, который поднял все темное, что было в российском политическом сознании, вывел его наружу, и вот вот это появилась шовинистическая истерия поддержки уже не только Путина, но и войны, вот этой кровавой войны против нашей страны. А сейчас это все уходит, как грязная пена, и россияне все больше сосредотачиваются на своих проблемах социальных, экономических, которых становится все больше. И вследствие войны, и вследствие санкций против России. А война в телевизоре, и война что-то чужое, а для некоторых и пугающее. Да, кто-то получает гробовые, и эта тема активно обсуждается в России, что, кстати, характеризует вот, степень деформации российского общества. Но все-таки вот, война это что-то пугающее, непонятное, никакой обещанной победы нет, а проблем становится все больше. Но все-таки вот самое печально, что произошло за эти э, полгода войны, хотя началось еще до войны, началось еще с 2014 года, просто вот э, за последние, э, ну в этом году это просто вышло наружу и так вот проявилось в резких негативных формах. Россия тяжело больна, можно даже сказать, что значительная часть России вместе с Путиным сбесилась вот в этой э, э, лихорадке истеричной агрессии против Украины поддержки э, поддержке войны. И вот эту болезнь придется лечить. Лечить нам, кстати, придется, нанося поражение российским войскам, потому что излечить вот это победа-бесие, раньше мы это абстрактный термин использовали, ну, примитивно к 9 мая, а теперь, к сожалению, вот это практически проявляется. И лечить это победа бесия, и э, э, вот эту э, э, Сумасше... вот это сумасшедшее состояние э, э, психоз э, великодержавия надо только лишь военными поражениями, которые наша армия будет наносить России. Ну и да, и можно даже, наверное, каким-нибудь точечным ударом в Останкино. Ну, я думаю, что э, это вопрос э, времени и обстоятельств. Э, э, до, символических целей хватает. Владимир самом... Вячеславович, мы же имеем в виду точечным ударом правды по центру Совершенно распространения верно, пропаганды исключительно. Да. Я так вас и понял, да. Но на самом деле э, э, в информационной войне, кстати, э, сами россияне признают, Украина побеждает. И не только потому, что э, украинцы тут более умелые, более активные, потому что пропагандистская машина России была гораздо больше, и денег там гораздо больше, э, в том числе даже на подкуп разных журналистов и политиков в разных странах мира. Нет, на нашей стране правда. Потому что когда они говорят... Э, когда мы говорим о трагедиях в Буче, в Ирпине, вот, трагедия на День независимости, когда попали в этот железнодорожный поезд и погибли мирные жители вот то, о чем был у вас в репортаже, это ведь реальные трагедии войны, и за нас говорит правда. А они говорят, врут, лгут всему миру о том, что якобы это инсценировка, постановки. Вот этот контраст работает против них. Потому что на нашей стороне правда реалии, боль войны, реальные наши героические действия нашей армии, всего нашего народа. А с той стороны как раз прямо противоположное. Это не только ложь, но это и убийство, насилие, вся грязь этой войны, да еще и мародерство. Вот в этом плане действительно весь мир видит сейчас просто ужасающую, агрессивную, злобную сторону России. И это ужасает многих, и это тоже влияет на общую ситуацию. Владимир Вячеславович, спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на прямой связи. Спасибо вам за точные удары словом.